сегодня наше блюдо состоит из куриных крылышек, лука и сладкого перца. Сюда, конечно, можно еще добавить морковь, но мы сегодня не любим морковь. Позже мы добавим сюда макарошки. Аппетитно выглядит, очень аппетитно. А запах просто божественный. У данного блюда нет названия, просто вкусные макарошки в казане. Кипит, конечно, сильно, просто зелье варится. Вкуснявая. Сейчас немножко высыпать и будет вкуснятина. Почему-то блюдо в казане неимоверно вкусное всегда получается. Что бы сюда ни бросили. Макароны наши готовы. Все, мы их снимаем. Смотри, какая красота.